You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby. Send message after message, forward my call. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? Так, завтрак. Одна помидора, одно яйцо, 80 грамм белка, 100 грамм квашеной капусты с клюквой. Водичку со льдом сделала. И тут смотрю Скуби-Ду. Сильно не переедаю, потому что вечером пойдем в одно итальянское заведение. Поэтому завтрак более скромный. Ребята, всем привет! А вот и моя новая неделя, уже четвертая заключительная неделя по тренировкам Хлоя Тинг. Мне даже не верится, в принципе, первые три недели пролетели очень быстро. Вот осталась одна неделя, и в конце этого видео мы с вами будем делать замеры. Замеры сравним с теми, которые были в начале недели. Я надеюсь, что-то подошло, что-то, может, наоборот, приросло. Но посмотрим через неделю. А сегодня я сняла вам уже завтрак. Завтрак, как я вам сказала, был у меня небольшой, потому что вечером в планах сходить в один итальянский там ресторанчик, не знаю, заведение, это что это, открылось недалеко от нашего дома какое-то новое. Хотим туда прогуляться. Сегодня планов у нас много. Сейчас пройдет часа полтора, у меня будет тренировка первая на этой неделе. Два дня без тренировок кажутся каким-то долгим, знаете. Я себя так чувствовала, типа, я уже не тренируюсь неделю, а я тренируюсь всего два дня. Просто очень привыкла уже каждый день заниматься. Несмотря на то, что это мне немного поднадоедает. Потом в планах пойти после обеда, ну, потренируюсь, пообедаем, после обеда в планах пойти на Ламоду. Мне там придут два тренча, хочу померить какой-нибудь светлый тренч, возможно, купить. Саше придут джинсы, потом нужно зайти на Озон, и потом нам нужно будет отнести вещи к родителям. Там стол надо будет отнести, и так по мелочам. В общем, сходим по делам, прогуляемся заодно. И как раз потом пойдем ужинать в итальянское заведение. Вот такие планы на это воскресенье, на наш такой выходной день. Я, наверное, не буду сильно затягивать. Надеюсь, это видео получится интересное, крутое, мотивационное. Зарядит вас обязательно на похудение, на тренировки, на все, что вы сами захотите, конечно же. Приятного просмотра, ребята! Еще хотела рассказать вам интересную историю про то, как я вчера заказала пленочный фотоаппарат с Авито доставкой. Я очень хочу пленочный фотоаппарат. Пережила вчера кучу всего в интернете, перечитала миллион статей, остановилась на определенной фирме, определенной версии фотоаппарата. На Samsung, что-то на Фе, там, 30 SE, что-то такое. Фила или как там, я не помню, напишу вам. В общем, остановилась на этой модели, зашла на Авито. Нашла одного чувака, у него там было так миллион фотоаппаратов, все как-то вот так вот разбросаны, как-то, ну, может, небережно их хранил. Потом нашла другого в другом городе, и он чисто выложил один этот фотоаппарат, вот рядом еще чехольчик лежит, и цена точно такая же. Я думаю, ну, отлично. Смотрю, Авито доставка есть. Я вообще к ним всегда относилась негативно, но тут я как-то продала свой кеды через Авито доставку. В принципе, мне пришел там номер, все такое, пришла на почту, сказала номер, отдала, потом дошли до человека, и потом мне Авито сам присылал деньги. В принципе, был хороший опыт, потом думаю, ладно, закажу. Ну, и также заказала. И там внизу смотрю кнопочку, там, что связаться с продавцом. Я заказала утром, а днем, думаю, напишу ему. Пишу, здравствуйте, я у вас заказала, типа, вот фотоаппарат Авито доставка, жду отправки. Он мне пишет, мне, говорит, не пришло уведомлений никаких. Я захожу в свои заказы, кидаю ему просто скрин, что вот я заказала, деньги у меня Авито списал. И он пишет, Ирина, вообще-то объявление снято с продажи, а не хотите ли похавать говна? Или что-то такое он мне написал. Я вообще ничего не поняла. Думаю, окей. Написала ему, странно, говорю, продавец, конечно. Говорю, ладно, отменю заказ. Захожу в свои заказы, отменяю заказ. Авито мне, в принципе, сразу же вернул деньги. Я оставила ему негативный отзыв, типа... Не знаю, он меня считал мошенником или что, но я заказала через Авито, платила деньги Авито. У меня Авито забрал деньги. Потом я захожу через какое-то время к нему в профиль,
Ну, действительно, типа это объявление в архиве, хотя оно не было в архиве, но как бы мне Авито дал оформить доставку, не знаю. В общем, мне вчера он испортил настроение, но несмотря на это, я все-таки хочу найти какой-нибудь фотоаппарат и заказать это у другого продавца. Я сейчас накормила Сашу с завтраком, потому что я завтракала раньше, досмотрела Скуби-Ду, заставила песику кушать. И сейчас приступаю к первой тренировке на этой неделе. Тренировку я уже посмотрела, она идет 54 минуты, меньше 50 уже и не было, только на первой неделе. Тренировка первая там направлена на тонус всего тела написано, а вторая на талию, пресс. Общая тренировка, не считая разминки и растяжки, идет она 30 минут примерно. Остальное все у нас разминка и растяжка. Надеюсь, я выживу, справлюсь, потому что я что-то еще полежала, Скуби-Ду досмотрела. Минут 40 повалялась и вообще растаяла просто. Охота лежать, знаете. Но это не для нас. Я уже вот переоделась, все подготовила. Сейчас заканчиваю эту речь и приступаю к тренировке. Давайте, ребята, начнем эту неделю суперактивно, мощно и продуктивно. Тренировка закончилась, и это очень хорошо, потому что первая тренировка недели всегда дается как-то сложновато. Видимо, за эти 2 дня тело успевает отдохнуть, отойти, забыть тренировку, ну и морально тоже. Поэтому да, первая тренировка всегда мне дается как-то сложновато, но главное взяться за нее и доделать ее. Я взялась, я доделала, я большая молодец, я горжусь собой. Сейчас я пойду готовить обед. Сначала думала просто пожарить, возможно, курицу. А потом, думаю, сварю-ка небольшую кастрюлю супа. Хватит ее дня на 3. Не надо будет морочиться, что-то готовить постоянно. Потому что готовка меня, честно, уже задолбала. Только приготовишь, еда кончится, опять готовишь. Только приготовишь, опять кончится, опять готовишь. И так по кругу. В общем, сварю сейчас супчик. У меня есть вот это же пакет от самоката, где там чечевица и сушеные овощи. Возьму его, курицу, картошку, морковку, лук. Все это сварю. Такой суп у меня получается. Сейчас нужно будет все прибрать. Время уже 1:00. 11:00. Вот мой малыш пришел. Красивый. Да, красавица моя. Сейчас мы с ней уберемся, пойдем варить суп. К 2 мы уже не успеем, поэтому пообедаем немножко позже. Ну, в принципе, до красного моды хотели идти там, в 3 с копейкой. Поэтому, думаю, нормально. Ничего страшного, что мы позже пообедаем. У нас, кстати, Бусина всегда ходит на пеленку дома, в туалет. Мы ее так вечерами частенько сейчас начали выходить гулять, потому что тепло стало на улице. И Саша решил ее начать отучать от пленки. Он сейчас ходит с ней 3 раза в неделю гуляет. Я ему в лапы, а он гуляет. Ну, буквально там 5-10 минут, чтобы она пописала, покакила. Вот. Пока не знаю, как получится. Днем она, в принципе, не ходит в туалет, но ночью все-таки бегает, писть. Она особенно любит на ночь нажраться, напиться воды. И потом ей хочется, конечно же, в туалет. Посмотрим, скажу вам потом, привыкнет наш пес или нет. И мы привыкнем или нет. Постоянно ее вытаскивают на улицу. Но пока так. Пока уже 3-й день вроде бы. Полет нормальный.
Все, мы пошли готовить обед. Вот я здесь уже поджарила морковку с луком, кинула картошку, курицу, хлеб-бедра. И подготовила вот такое, я говорила, самокатовский суп индийский с чечевицей. И давайте посмотрим состав. Чечевица, лук, томаты, петрушка, чеснок, кумин, перец, чили, куркума. Все. Вот такая штукенция. Тоже ее сыпану. Очень круто. Чечевица дает дополнительный белок. Мой, смотри, Скуби-Ду. Дуби-дуби-ду. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду. Вот такой суп у меня получился. Положила 500 грамм. Здесь чечевица прям разбухла. Видите? Как горох в такое пюре превратилось. Мне нравятся эти супчики самоката. Спасают. Кину туда. Специи всякие, все есть. А мы тем временем пришли на Ламоду. Вот такой вот я плащ заказала. Померила его, очень долго думала, но все-таки решила, наверное, его не брать. Не нравится мне, как темные пуговицы убиваются на светлом плаще. Закажу еще другие плащи. Вот так вот он выглядит в расстегнутом виде. В расстегнутом мне, конечно, больше гораздо понравилось, но в застегнутом что-то он мне не вкатил. Закажу еще плащей других, разных размеров, и будем выбирать. Это тоже кину в корзину, чтобы сравнить его с другими. Так, девчонки, мы сходили на Ламоду. Мне пока ничего не подошло. И мы зашли в Ярче. Хочу вам снять распаковку продуктов. Такую лапшу я взяла с Саши. Какие-то улитки. Лук. Сыр. Вам уже рассказывала. Очень вкусный сыр. Обожаем его. Мне он нравится как в свежем виде, так и в расплавленном виде. Масло купили сливочное. Не знаю, такой ни разу не пробовала состав. Обычные сливки, как и должно быть. Это я хочу бутики с икрой делать. Наша тоже любимая рыбка. Путасу. Такая янтарная соломка. Взяли две штуки. Потом картофан. Пакет. Взяла различные специи. Две упаковки чеснока сушеного. Паприка копченая тоже обожаю. Вообще везде, мне кажется, ее добавляю. И укроп с петрушкой. Обычно такое не беру, но стояли там стоили копейки. Думаю, возьму куда-нибудь сыпать, прикольно. Шоколадка. Тоже я пока есть не планирую. Мы взяли вот эти моти вчера. Думаю, возьму, пусть лежит, как-нибудь поем. Мне понравилось. Белый шоколад с миндалем. Фирма Озера. Стоила, кстати, она 40 с чем-то рублей. Вот такая маленькая пупусечка. Такой цвет нежный, да, красивый. Пусть будут, ребятушки. Помидоры сливовидные. В принципе, вкусные. Уже не первый раз вот эти ярче берем. Себе я беру цельнозерновые макароны. Саша почему-то их не захотел. На вкус они обычные совершенно. Вот такие вот беру уже не первый раз в Ярче. Мне тоже они очень нравятся. И последний у нас гость. Это филе куриного бедра. Я стараюсь сейчас брать только курицу. Потому что свинину я никак не люблю. А говядину тоже. Такое мясо часто есть вредно. Поэтому мы переходим больше на курицу. Завтра в планах готовить а-ля мясо по-французски из курицы. Вот, купила помидоры и лук. Там у меня есть легкий майонез и сметана, наверное, их смешаю. Также специи, картошку тоже взяла. Либо я ее буду запекать, либо вообще вместе с мясом запеку, либо отдельно запеку, либо сделаю пюре. Я еще не определилась. Завтра с вами решим и все вам обязательно засниму. Вся покупка обошлась нам в 1400 с копейкой. Не знаю, много-мало, мне кажется, нормально. Кстати, это на бутерброды уйдет. Это вообще непонятно, когда съем. Тоже закусочки всякие взяли. Лапша нам тоже сейчас пока не нужна. Я просто взяла, чтобы она была. Все, ладно, я буду раздеваться. И нам пора будет уже скоро собираться. Через час примерно выходить. Идти по делам. Плюс ужинать. Субтитры сделал DimaTorzok.
Я взяла вот такой вот салат. Здесь у меня шпинат, руккола, киноа, помидоры черри, семга, авокадо. И сбрызнуто немного все маслом. Также мы взяли гречишный чай. Впервые буду его пробовать. Саша взял себе пасту с грибами и чем-то там еще. И взяли пиццу пополам. Она с прошутто вроде бы и грибами. Гречишный чай у нас со вкусом какого-то там ягодного пирога. Что-то такое. Так, ребята, мы вернулись. Купили вот молоко такое, сюда беру на кофе, потому что мало жирности. Считайте, для холестерина нашего не вредно. Плюс меньше калорий. Также Саша взял себе вино, опять розовое, вот такое, не знаю, что это за фирма, винишко тяну на меня стал, и взял он себе закуску пармезан. И мне тоже так захотелось вина, вы бы знали. Я пережила там весь магаз и нашла вот такое безалкогольное вино, тоже вот эта фирма, которую мы тогда как-то брали на пасту, болоньезу готовили, добавляли туда и потом попили его. И Саша вчера брал этой фирмы тоже розовое вино. Я решила попробовать. Жалко, конечно, было денег на безалкогольное вино. 800 рублей вот это стоит бутылка. Но я думаю, ладно, попробую. Здесь вот 31 калория в 100 миллилитрах. Я посчитала, что во все бутылки что-то там 230 с чем-то, что ли, 232. Ну, надеюсь, нормально. Я сегодня позанималась, погуляла. Считайте, активности было нормально. В общем, буду пробовать сегодня безалкогольное вино. Первый раз в жизни. Шампанское я уже пробовала. Вино еще нет. Попробую, вам потом скажу. Порезала себе к вину одно яблоко зеленое Гренни Смит. И будем пробовать сейчас с вами вино. Здесь смотрим «Большая маленькая ложь», второй сезон. Попробовала я это вино безалкогольное. Очень понравилось. Знаете, такая терпкость вот это есть винная. Приятный винный вкус, без вкуса алкоголя. Особенно если его подохладить. Вообще шикарное. Мне напомнило нечто гранатовое. Как будто, знаете, гранатовый сок смешали с виноградным. И немного добавили, не знаю, нотку алкоголя. Короче, всем советую. Если хотите выпить вина, но не хотите пить алкоголь, берите его однозначно. Вот и мой завтрак второго дня. Бутерброд расплавила заранее. Также у меня здесь одно яйцо, пол помидора, 80 грамм белка, как всегда, и немного редиски нарезала. Угу. Сейчас запарила себе чай. Вот этот от сердца для Эвелер. Осталось буквально 2 дня его пропить. И сейчас попробую моти с клубникой. Ни разу вообще моти не ела. Посмотрим, насколько будет это вкусно и интересно. Так, ребят, давайте попробуем это моти. Знаете, как какое-то желе, но с таким не сильно выраженным вкусом. Как будто сладкое, но не сильно опять сладкое. Необычно. Наверное, повторно бы таки не брала. Вот они как выглядят внутри. Но чисто раз попробовать ради интереса. Прикольно. Внутри такой джемик. Слаще всего. А сама вот эта оболочка, которая рисовая. У нее прям очень мало вкуса. Почти даже ничего не ощущается. Ну, иногда. Ну, точнее, не иногда, а раз попробовать. Реально как бы можно. Выглядит в разрезе симпатично. Ну все, попила чай, попробовала эти моти, как вы уже поняли, 2 штучки съела. И я монтирую сейчас влог предыдущий, уже сижу, наверное, за монтажом 1.5 часа. Блин, уже почти 12, мне по-хорошему через полчасика начать заниматься, ну прям максимум через час. Я постараюсь, конечно, через час пойти заниматься, но сейчас приступаю, точнее, а сейчас продолжаю монтировать влог. Я сейчас еще на 4-м дне. В планах сегодня к вечеру бы его выпустить, постараться. Ну, либо хотя бы завтра утром. Мне еще надо обложку сделать. Так что, скорее всего, да. Наверное, только завтра утром получится его выпустить.
потому что все выходные было некогда монтировать. Вот сегодня этим занимаюсь очень активно. Завтра мне, кстати, на ногти. Сегодня бы еще успеть пропылесосить, потому что завтра меня весь день, считайте, не будет дома. В 2 я записана на ногти, нужно будет успеть до 2 как-то прям позаниматься. Покушать в 1:30, либо в 1 вообще пораньше пообедать, потому что в 2 уже должна сидеть на маникюре. Видите, как отросли у меня ногти? Трэш. Сегодня в планах демонтировать влог, позаниматься, пропылесосить обязательно. А еще ужин надо приготовить. Все вчера купили, но сегодня нужно успеть приготовить. Так что да, такой я робот, которому нужно все успеть. Сейчас у меня будет 2-я тренировка на заключительной 4-й неделе челленджа Хлои Тинг. Мне уже не верится, что у меня последняя неделя. Так быстро, в принципе, пролетел этот месяц. Просто вот так. Тренировка будет идти 50 минут. Нацелена она на руки, плечи, спину. Я, в принципе, рада. На ноги мне как-то ничего не хотелось. Вчера у меня была тренировка на все тело. И когда на все тело все равно... Ну, нет, в принципе, ноги не болят. Ну, короче, на ноги я вообще не хотела. И когда я зашла посмотреть тренировку, я очень обрадовалась, что она на руки. Пусть мои руки качаются, ножки немного отдыхают. Скорее всего, там на завтра либо послезавтра будут на ноги. Но главное, не сегодня. Я сейчас буду приступать к тренировке. Настрой хороший, положительный, все прекрасно. Потом будет обед, я очень хочу поесть суп. Реально, прям очень хочется. Поэтому занимаюсь быстрее, потом буду кушать суп. Кайф. Я вот уже переоделась, расстелила коврик. Сейчас надо будет взять кроссовки и гантели, притащить сюда, и будем приступать уже к тренировке. Это время уже 20 минут второго. Я обычно в 2 часа обедаю. В итоге сегодня обед будет немножко позже, потому что тренировку я затянула. А затянула все из-за монтажа. После завтрака приступила к монтажу, мне так хотелось добить. Я там на 6-м дне, сейчас монтирую предыдущий влог. Осталось, считайте, 2 дня, домонтирую 6-й и 7-й. И он выйдет. Еще нужно сделать фотку для обложки. Поэтому я не уверена, что выйдет сегодня мое видео новое. Скорее всего, завтра. Но сегодня я его точно домонтирую и постараюсь сфоткать обложку, чтобы ее сделать. А утром уже залить. У меня сегодня полно еще дел. Еще нужно пропылесосить обязательно. Потому что я вам уже все рассказывала. Завтра бегу на маникюр. Вот этот ужас исправлять. Все, давайте погнали тренироваться. Девчонки и мальчишки, если такие есть, то все, тренировку я завершила, чему очень сильно рада. Прошла неплохо, ну, тяжело, конечно, под конец уже давалось, особенно когда стоишь в присогнутом положении, делаешь вот это упражнение с гантелями, у меня уже руки просто еле доносились, когда я его уже делала там сотый раз. Ну, ничего, пережила, смогла, закончила, и слава богу. А сейчас все убираем, как всегда, и идем обедать. На обед суп. Тот же самый, что я готовила вчера или позавчера я его готовила. Вчера вроде, да. Тот же самый, что я готовила вчера. У меня 500 грамм супа. И я решила еще намешать порцию протеина. Давно, кстати, не пила протеин. Вот, возвращаемся. Потом приступила к приготовлению ужина. На ужин я решила запечь курицу под сыром. Сначала почистила 2 лука. Потом налила оливковое масло специальное, которое подходит для термообработки в противень. Разложила филе бедра на дно противня. Нарезала лук пополам, потом еще пополам. И вот на колечки такие получаются 1/4 колечечки. Вторую луковицу не стала дорезать, подумала, что будет сильно много все-таки лука. На курицу насыпала кучу специй, паприку, чеснок, петрушку, укроп,
приправу для курицы, намазала майонезом легким кальве, сверху накидала свой порезанный лук, а также еще перец тоже сыпала, нарезала помидоры на кольца, разложила сверху лука. На помидоры также нанесла майонез легкий, поперчила, натерла сыр, майонез подразмазала, чтобы все было однородно, и сверху насыпала наш тертый сыр. Поставила запекаться в духовку на 180 градусов. Запекала я минут 40-час. И далее решила высыпать все специи новые, которые купила, вот в такие штучки. У меня они хранятся в таких контейнерках, очень удобно. Когда готовлю, с них сыплю. Не надо вот эти брать пакеты, из которых все мимо всегда сыпется. Ну, в принципе, пакеты очень удобно. Такая красота, кайф. На гарнир курицы я решила запечь картошку дольками. Почистила ее и раскладываю в противень. Противень уже тоже смазан оливковым маслом. Тем же самым. Далее сверху посыпаю также перец, соль, паприку, чесночок сушеный. Немножко взяла трав, полила масло и также отправила запекаться. Приступаем к ужину. У меня то, что мы вместе с вами готовили. Курица под сыром, картофельные дольки. И еще я положила себе квашеную капусту с клюквой. Вот такая вкуснятина. Далее решила съесть мороженое. У меня вот эта бахрома с дыней. Очень вкусное мороженое, не сильно калорийное. После ужина сходили погулять и забрали вот такие вот диффузоры с ВБшечки. Вот эта фирма мне очень нравилась, по крайней мере, раньше брала. Вкус у нас вот Баунти. Не пробовали, брали у них только кофейный. Кофейный понравился, но будем пробовать Баунти. Взяли две штуки. Одну хочу поставить в зал, а другую поставить в ванную, чтобы там тоже вкусно пахло. Также купили вот это мыло. Тоже роскошное просто мыло, офигительное. Берем в Улыбке Радуги. Оно парфюмированное, очень сильно пахнет. Кладешь мыло в ванну, и просто потом, когда проходишь даже в коридоре, пахнет прям этим мылом. Прям крутейшее. Не могу что-то найти, что производство, но, как видите, это импорт. Завтрак третьего дня. Небольшой бутерброд с сыром, подогрею попозже. И яйца, как всегда, одно яйцо, белок и пол помидорки. Также еще решила заточить вот такое небольшое пюре с яблоком. Сейчас мне предстоит третья тренировка на завершающей неделе. Она будет самая выжимающая все силы, потому что она идет больше часа, 63 или 65 минут я посмотрела. И плюс она будет именно на ноги. Все тренировки, две, которые идут в этой тренировке, два видео, они все на ноги. Поэтому, ребята, я сейчас буду выжимать из себя все соки, это точно. Ну, что там не кушаешь? Во-первых, тренировка очень долгая. Во-вторых, еще и на ноги. Ну ничего, я выживу, я смогу. Сегодня еще, ребят, прикиньте, решила взвеситься. Просто я не включала программу на весах, я просто встала, просто посмотреть вес, чисто ради интереса. Потому что на той же неделе я взвешивалась. Была вся отекшая, опухшая после большого количества жидкости вечером. Вес у меня был тогда тот же самый, сейчас вес гораздо меньше, хотя прошло всего 2 дня. Я не буду называть вам цифру, пусть цифра будет в конечном взвешивании. Но просто хочу сказать, что да, все-таки тогда у меня, видимо, были отеки. Ну, логично, я проснулась, у меня даже веки были отекшие. Сегодня все прекрасное, я вообще не отекшая, обычная. И вес в разы меньше. Поэтому сюрприз для ребят, которые посмотрели третью неделю. Так что знаете, что у меня на третьей неделе тоже, значит, вес ушел. Просто, что я была отекшая. Ну, как я вам тогда и говорила, у меня там жир ушел, я посмотрела в граммах, и мышцы немного приросли, я тоже посмотрела.
Поэтому я очень рада, очень счастлива, очень готова. Прям сейчас так мощно зарядилась на тренировку. Еще как-то очень давно, в каком-то старом вроде бы влоге прошлого года, я рассказывала, что слушаю подкаст «Красота требует мышц» на Яндекс.Музыке. Очень мне нравится этот подкаст, я вообще обожаю всем сердцем и душой. Постоянно включаю, когда пылесошу в наушниках. И все выпуски слушаю периодически. И вот вчера я слушала опять-таки выпуск про силовые тренировки. И девушка, она там тренер, и в питании разбирается очень хорошо, и постоянно зовет каких-то экспертов к себе на подкаст. И вот она рассказывала именно про силовые тренировки, что они гораздо даже лучше, чем кардио. Кардио, да, он помогает там сердцу, типа, стать более выносливым. Но на силовых, она сказала, лучше всего выезжать во время похудения. Во-первых, вы не просто там пытаетесь что-то скинуть, вы именно за счет правильного там наращивания мышц, то есть у вас становится больше мышц, меньше жира. В общем, это самый правильный подход — использовать именно силовые тренировки. Она говорит, да, вес будет уходить не так мощно, показатели цифр, но по телу будет видно гораздо лучше, она будет становиться качественнее, кожа будет подтягиваться, появляться рельеф, мышцы, то есть тело будет становиться качественным и красивым, в отличие, там, если просто скидывать цифры на весах, и у вас может быть, знаете, вот это вот skinny fat, как-то так, да, называется, типа худая, но жирная. А мы хотим с вами же становиться красивыми, подтянутыми, чтобы тело становилось именно таким здоровым. Поэтому, да, силовые — отличный выбор. Поэтому с такой нотой, с таким программированием у себя в голове, я готовлюсь к этой тренировке убийственной. И сейчас буду приступать. У меня, кстати, догружается предыдущий влог наконец-то. Вчера я его еще смонтировала. Часа в 4 у меня вечера уже был готов. Но я не сделала обложку. Мне было некогда ее вчера делать, поэтому я оставила все на сегодня. Утром сделала обложку и сейчас его загружаю. Наконец-то выйдет у меня третье видео. А вы, ребята, уже смотрите четвертое, с чем я вас и поздравляю. Ладно, давайте не будем опять затягивать вечность и приступаем к тренировке. Тренировка закончилась, чему я очень сильно рада, потому что я подустала прям, да, как-то вымоталась. Так, время у нас сейчас без 20 час. Примерно, наверное, 1:30 поедим. В 1:50 мне выходить на ногти. Сейчас буду все убирать, переодеваться, помыться надо, причесочку сделать, собраться, успеть пообедать и вот выходить. Я побежала, потому что времени у меня не так много. Нужно все успеть. Обед. Доедаем последнюю порцию супа 500 грамм и порция протеина. Теперь надо думать, что опять готовить на обед, раз суп доели. Ребята, я вышла. Посмотрите, какой красивейший френч получился. Просто восторг. Цвет подобрали нереальный. Как я хотела, супер натуральный. Пошла домой, попью чай и две моти маленькие эти съем. Малышки, смотрите, какая красота. И сейчас пойдем на Ламоду мерить плащи. Мне пришли плащи различные, будем смотреть. Так, зашли мы после Ламоды в магазин, а точнее в
3 магазина. В магните купили хлеб. Вот этот мне очень нравится. Хочу с ним бутики с икрой делать. Там же взяли вот такую цветную капусту. Огромная прям упаковка. И вот такую печеную фасоль с овощами. Потом зашли в Ярче. Там купили яйца. Вот такое филе бедра. Первый раз увидела в таких упаковках. Смотрите. Мем. Обычно в подложках. Там же взяла сметану. Это тоже, кстати, в магните взяла рис. А это мы заходили в Ван-Маркет. Саша взял вот такие оливки с мягким сыром. Еще взялся там винишко. Кстати, упустила же вкусвилл. Вкусвилл взяла яичный белок. А я себе взяла опять то безалкогольное вино. Оно мне реально очень понравилось. Только цена кусается. В Ан-Маркете типа скидки вроде 780 рублей. Вот такое. Ну и вот такой, собственно говоря, у нас улов. На самой ломоде мне ничего не подошло. Мне понравилось 3 плаща, но я прогадала с размерами. Я выбирала по их размерной сетке, по охвату бедер, потому что обычно в бедрах, если маловато, то плащ выглядит ужасно. Несколько плащей мне пришли очень большие, один вообще супер большой. И мне 3 штуки, в принципе, понравились, но размеры не подошли. И я вот перезаказала на разные размеры. И мне должны были вообще прийти завтра плащи. Но один там с доставкой из магазина только 26 числа. Поэтому я заказала все на 26 число. 26 числа мы опять с вами идем мерить плащи. Надеюсь, какой-нибудь подойдет. И какой-нибудь я все-таки выкуплю. А сейчас буду разбирать все продукты. Подогревать нам ужин. Через 40 минут садиться кушать. Пока все сейчас сделаю все дела. И наступит ужин. Ужин я решила сделать больше такой закусочный к вину. Нарезала тут всего одно целое манго полноценное, очень вкусное, сладкое, клевое. Также сыра порезала и один протеиновый батончик со вкусом тирамису. Ну и, собственно, вино безалкогольное. Тут смотрим на ножах. Завтрак. Обожаю завтраки. Тут у меня яйца, как всегда, одно яйцо, 80 грамм белка, пол помидорины, бутерброд с небольшим количеством сыра, потом расплавлю, и один вот с икрой и сливочным маслом. Вот у меня получилась такая прогулка. 1:14, почти 6 километров. Я прогулялась. Тренировка у меня сегодня будет после обеда, потому что сейчас уже не успею. Сейчас нужно готовить обед. Да, вот такие дела. Устала немного, только пришла. Так, ребятки, все, переоделась. Ходила по делам. Вот, как я вам показала, у меня 1.5 часа ушло. Плюсом вот 1:14 из них я прошлась пешком. Пришла домой, буду готовить. В планах у меня сделать тефтели куриные с рисом, потушить их в томатке и сметане. И к ним, я не знаю, либо, может быть, сделать пюре, либо лапшу сварим. Надо подумать. Просто на вечер так картошку. Не знаю, делать 2 вида картошки. Или лапшу отварить. Может, вообще гречку. Ну, если она есть. Кстати, реально, я гляну, если у меня есть гречка, я, наверное, сварю гречку. Точнее, запарю. Вся гречку запариваю, не варю. Но если нет, то нет. Устала немного. Обидно, что сегодня получается тренировка после обеда. Мне все-таки больше нравилось делать ее до обеда. Но не успеваю. Я не успеваю. Я бы успела сейчас позаниматься, если бы у меня была еда. Но еды нет. Поэтому сейчас буду готовить. Да и, в принципе, я устала. Ноги походили. Откинулись немножко. Не забываем про мои ногти красивые. Господи, я на них, когда их только сделаю, первые 3 дня на них хожу, любуюсь. Цвет идеальный для френча, ребятки, смотрите. Как очень натурально все смотрится. Красотища, красота. Наверное, сейчас бахну кофейка. Посижу 10 минут, попью его и примусь за готовку. Мне еще все нужно сходить в ателье. Сдать мои джинсы, те голубые Зарины, которые купила, вам показывала, подшить, потому что они мне очень длинные. Но сегодня я уже явно не пойду. Возможно, завтра попробую, да, после обеда утром позанимаюсь. А после обеда попробую сходить их подшить. А то пора.
Еще если я все-таки заберу тренч какой-нибудь 26-го, то мне нужно будет тоже его сдать подшить, потому что у меня все тренчи прям до низа, прям в пол. А хотелось бы, знаете, что-то между вот голенью и коленом, чтобы где-то здесь заканчивался. Пониже колена немного, наверное. Но никак не до пола был. Потому что все не на мою расставку, все на людей повыше. Потом тоже надо будет отнести его подшить. Еще мне надо будет сходить как-нибудь на Озон. У меня там часть вещей пришла, но часть вещей придет завтра. И вот надо, наверное, разом с купом вообще забрать все 25-го, пойти померить. Я там купила домашних футболок. Что-то, например, этот розовый мне вообще не нравится. Она подсела и стала не такая, как мне хочется. Она длинная, но узкая. Еще, Оля, еще цвет слегка загрязнился как-то после стирки. Видимо, какая-то вещь линанула или что, не знаю. В общем, она меня раздражает. Хотелось бы каких-то еще футболок. Я вот в основном хожу в своих светлых. Заказала там еще несколько темных, чтобы в разных стирках можно было стирать. А то светлое замарается, стираешь светлое, нет футболок нормальных, которые бы мне нравились. Вот. Там у меня еще шел ремешок, кейс для часов. Заказала в таком, как золоте. Хочу посмотреть, симпатичное или нет. Если нет, то, наверное, откажусь. Еще заказала скраб для головы, потому что у меня прям чувствуется... Как-то поры подзабились где-то, сальные железы, или как их там называются, не знаю, в общем, сказала скраб. А еще Саша у меня начал отжимать расческу, а я не люблю, когда со мной кто-то расчесывается одной расческой. В общем, заказала себе новую расческу, пусть это будет его, это будет моя, тоже должна прийти. Все, наверное. Вообще, я, по-моему, ничего такого не заказывала, но плащи на ломоте должны будут прийти 26-го, только послезавтра. Пойдем с вами обязательно их мерить. Будь здоров, мой котеночек. Чихнул. Все, я не буду, наверное, затягивать. Пойду сделаю кофеек. Попью, как вам и сказала, и приступлю к приготовлению обеда. Вам постараюсь поснимать. А вот и мой кофе. Давно не пила, кстати, кофе. Сегодня попьем наконец-таки. А на улице смотрите, как красота. Светит солнце. Ляпота-то какая. То, что у меня получилось, гречку запарила, тефтели. Я уже на сегодня положила, здесь осталось на завтра. 3 Саши, 2 мне и овощи.
также остались на завтра. Считайте, приготовила на два раза. Тут вот я нам уже положила. Вот мой сегодняшний обед. Две тефтели, гречка, соус и овощи. Сейчас садимся обедать. Сейчас еще покушаю моти. Чай не буду. Неохота что-то горяченького. Вот две штучки. Кстати, вот эти две штучки с клубникой выходят на 49 калорий, посчитала. Нормально. И завтра будем пробовать уже моти с виноградом. Ну, я что хотела про них сказать, то что, наверное, больше бы я не купила. Вкуса очень мало. Они почти не насыщенные. Возможно, это эта фирма, либо, в принципе, это моти, потому что другие я как бы и не ела. А тут смотрю, кстати, сериал совершенно другой. Смотрите, я уже на 4-й серии, а серии здесь идут по 2 часа 20 минут. Это турецкий сериал. Здесь снимается Хандер Чел, которая с «Постучись в мою дверь», главная актриса. Сейчас я вам включу. Постоять не можешь. Вот она. Вон там моя кофемашина. И все остальное красавица. Там. Я сделаю... Кстати, к девушке, которой хожу на маникюр, она очень на нее похожа. Мне прям капец напоминает. Я в первую нашу встречу ей сразу об этом сказала. Она такая, ой, капец, мне приятно, она ведь такая красивая. Я говорю, ну вы тоже красивая. Так что да, смотрю этот сериал. Тут, по-моему, всего 16 серий, если я не путаю. Да, 16 серий, но они идут по 2 часа 20 минут. Очень долго, конечно. Так, а мы не будем затягивать... Буду кушать моти. Кстати, если я говорю, правильно разобралась в калорийности, вот, ну, как бы 100 грамм, да? Огромная цифра, это значит килоджоули, скорее всего. 164. Ну, я единственное, что подумала, ну, не может же быть в одной штучке 164 калории. Это какое-то убийство было бы. Значит, скорее всего, это в 100 граммах. Вот это углеводы и белки с жирами. Я так их и записала. Надеюсь, правильно. Замачивала тут свою рубашку в кислородном отбеливателе. Какие-то желтые пятна на них, хрен его знает. Он, кстати, до конца так, походу, и не отошло. Сейчас еще раз простирную в машинке. Что я этого стирала, не помогло. И посмотрим, уйдут ли окончательно эти пятна или нет. В итоге вот рубашка постиралась. Пятна все отмылись. Надо будет ее погладить. Мятая, как из жопы. Но главное, что чистая. Ребята, сейчас у меня будет уже предпоследняя тренировка по челленджу Chloe Ting. Прикиньте, я даже сегодня не поверила. Мне казалось, что еще завтра и послезавтра будет тренировка. Что я даже зашла в календарь, пересчитала, пересмотрела вчерашнее видео, где видела, что вчера была третья тренировка. И офигела, что сегодня четвертая, а завтра нас уже ждет последняя. Я просто в шоке, мне не верится. Реально, месяц пролетел супер быстро, поэтому советую вам, пробуйте, пожалуйста. Поначалу может казаться немного сложно, а потом реально легко, и время пролетает так, что вы его не замечаете. Тренировка сегодня не такая уж и большая, она идет 48 минут вроде бы. Я очень рада, что она реально не такая огромная, потому что я уже устала от часовых тренировок. Завтра тренировка 49 минут, тоже я заглянула наперед. Сегодня глянула там две тренировки, первая идет у нас на руки, плечи, спину, а вторая вроде бы на все тело. Если я не путаю, в конце видео вам еще точно скажу, потому что я их быстренько вот так вот листанула и прям жестко не обращала внимания. А сейчас не будем тянуть время, давайте-ка приступим к нашей предпоследней тренировке в этом челлендже. Good mess again.
Все, я завершила четвертую тренировку. Она была, в принципе, очень легкая. Если бы я сделала еще утром до обеда, как я обычно занимаюсь, то было бы еще легче, потому что так в то время суток для меня тренировки воспринимаются как-то легче. А к вечеру, когда ты уже вот так подустал сегодня, она воспринимается тяжелее. Сама тренировка вообще не сложная. Все, что ниже сейчас 50 минут, для меня воспринимается очень легко. А то, что около часа и выше, то уже сложнее. Тренировка шла 48 минут, повторюсь, поэтому было нетрудно. А основная тренировка занимала там, сколько получается, минут 30. Да, там вроде бы первая на руки была 20 минут, и вторая на все тело была минут 10-11, что-то такое. Поэтому прошла легко, круто. И мне реально не верится, что завтра у нас последний день тренировки из этого челленджа. Правда, офигеть, в голове не укладывается, как все быстро, ребята. Сейчас я буду все убирать и пойду делать банные процедуры. Хочу сделать массаж щеткой, проскобироваться, потом сделать массажик маслом для ног. Надеюсь, я все осилю, потому что немного влом. Но цель стоит, нужно ее достигать. И мне очень будет интересно делать замеры. Когда у меня получаются замеры? В воскресенье мы с вами будем делать замеры, взвешиваться окончательно по всему челленджу, смотреть результаты. Питание у меня было, конечно, не всегда идеальное. Я всегда считала калории, не считая тех дней, когда мы куда-то ходили, потому что точно не посчитаешь. Ну, примерно старалась. Старалась жестко себя не ограничивать прям в какие-то рамки, да. Если хотелось пиццу, я взяла пиццу, но просто все равно старалась кушать в меру. Да, где-то явно переваливала, но у меня в те дни часто была активность гораздо больше. В любом случае, я явно что-то скинула, набрала немного мышц, и все круто. Как я вам уже говорила, я не хочу худеть супер быстро, не хочу скидывать там по 2 килограмма в неделю, потому что это вредно, и такой вес вернется к вам очень быстро. Я хочу худеть правильно, медленно, чтобы ничего не возвращалось в дальнейшем. Сейчас мой вес примерно 65, наверное, я думаю. Хотелось бы весить 50-55, где-то так, наверное. Но за эти 2 месяца, за май и за июнь, хотелось бы достигнуть цифры 60. Либо там 59. Это, в принципе, реально. Но не знаю. Я в среднем худею на 2 килограмма в месяц. Поэтому, по сути, должна, значит, скинуть 4. Значит, не достигну такой цели. Значит, где-то в июле должна быть 61. Ну, посмотрим. Всякое в жизни бывает. В любом случае, если цифры будут уменьшаться, неважно, насколько быстро, я всегда этому радуюсь, потому что они уменьшаются. Это уже very good. Прошлой весной я весила 61 килограмм, вроде бы. Летом я весила 61 килограмм. Потом, наверное, с июля приблизительно все пошло не по плану. И начиная с июля до зимы, я начала постепенно набирать. И мой вес достиг уже тогда 70 килограмм. Но это 70 килограмм были не такие плохие, потому что я года 2 назад тоже весила 70 килограмм, и я тогда фоткалась, как я выглядела. Тогда я поправилась на булочках, постоянно шла после работы, покупала булочку, либо чизбургер я брала, либо булочку. И так за пару месяцев набрала десятку почти 2 года назад. И вот тогда я фотографировала свое состояние тела, недавно я пересмотрела. Тело было ужасное, дряблое, в целлюлите, все там, по-моему, было. Ноги, жопа, живот, все, что можно. Живот выпирал адски, ну, короче, выглядело прям ужасно. А те 70 килограмм, которые я была вот зимой этой, вообще не те 70 килограмм, потому что явно у меня были мышцы уже, я за эти 2 года прилично занималась, просто периодически бросала, потом опять тренировалась, опять бросала, но мышцы помнят, и мое тело выглядело в принципе адекватно, да, не худое, да, такое в теле, но кожа гораздо лучше, целлюлит есть, не спорю, но он не такой сильный, как был тогда. И вот сейчас я недавно опять сфотографировалась, весив 66 килограмм, когда была вот недавно. И сравнила эти фотографии. Это просто лето и зима.
Я не спорю, я не выгляжу идеально, у меня куча еще недостатков, недочетов и зон, которых я хотела бы исправить. Но сравнивая реально те фотографии, офигеваю, какой путь я прошла. Тело стало гораздо лучше выглядеть, просто в разы лучше выглядеть. Я офигеваю, как я меняюсь. Да, прошло 2 года, но у меня тогда и не стояло прям жестко какой-то цели. Я постепенно что-то делала, когда-то отдыхала от всего, когда-то опять бралась за себя. Ну, я сейчас, как вы видите, точно так же поступаю. В основном стараюсь заниматься, стараюсь следить за питанием, но не вгоняю в жесткие рамки, иногда могу подрасслабиться. Ничего страшного я в этом не вижу. Главное идти к своей цели и рано или поздно ее достигнуть. Это для меня самое важное. Летом бы хотелось, конечно, свою фигуру видеть еще более в лучшем ключе. Но что будет, то будет. Я стараюсь и надеюсь на лучшее. Ладно, ребята, я тут уже на 6 минут записала непонятно чего. Пошла я делать свои процедуры, как я вам уже и сказала. Ужин у меня, как и вчера, курица, запеченная под сыром, дольки картофеля и квашеная капуста. Доедаем. Не стала ее прикладывать. Думаю, доем уже. Так, а по телеку смотрим «Вопрос ребром». Слерчик. И тут я себе нарезала после ужина одно зеленое яблоко и одно красное. Яблоки небольшие, но в разрезанном состоянии смотрятся капец объемно. Также посыпала их корицей. Сегодня у меня какое-то бутербродное настроение. Тут смотрю у папиных дочек. Сделала бутерброд с икрой и маслом. Сыр, который потом расплавлю. И здесь темный хлеб оставался. Намазала горчицей баварской. Положила помидор и сверху яйцо. Все, вот это вот будет мой завтрак. Садимся кушать. Так, сейчас буду пробовать вот этот коктейль с личем. Я, походу, здесь разобралась. Здесь вроде как 18 калорий. В 100 миллилитров. Здесь 620 миллилитров. Итого что-то там 118-120 калорий у меня получилось. Надеюсь, я правильно подняла все. Потому что вроде как по моте судя, вот это должно быть килоджоули. Это, наверное, калории. Хотя здесь какие-то миллиграммы. И вот это вообще все-таки калории, калы написано. Просто если 88 в 100, то это пипец. Буду, короче, надеяться на лучшее. И пробовать. Просто, например, в моте вот здесь, где КЛ написано 1500. Никак не может быть в 100 граммах 1500. Даже там в том же масле самые, по-моему, калорийные в 100 граммах 900 калорий. То есть по моте, судя, значит, тут это калорийность. Поэтому логически, думаю, и здесь это калорийность. Я сейчас скроем крышку. Все, я протерла эту пленку и вот эту крышку спиртовой салфеткой. Сейчас будем протыкать. Опа, крутяк. Божечки, впервые такую хрень пью. Так выглядит крутично. Все, давайте пробовать. Довольно сладко. Очень странно. Не знаю, мне, наверное, не нравится. Я больше такой не взяла. Сладко, но одновременно какой-то привкус стрёмный. Похоже на сахарозаменитель, знаете. Ну, короче, может быть, другие вкусы, но нормальные, но этот я точно не советую. Больше бы не взяла. Странный привкус. На любителя, очень любителя. Ребята, я сейчас разобралась с калорийностью. Вот эти вот 88 килоджоулей я перевела в переводчике, сфоткала картинку. Это все на китайском написано. 18 это там вообще миллиграмм натрия, а 88 это килоджоули в 100 миллилитрах. Я их перевела в килокалории, получилось 21 килокалория в 100 миллилитрах. То есть все-таки напиток немножко калорийнее, чем я думала, что здесь не 18-21. В любом случае, слава богу, не настолько калорийный, что там не 88 в 100 граммах. И надо мне тогда моти пересчитать, потому что я считала тоже по этим миллиграммам внизу. Нужно пересчитать, возможно, они калорийнее, чем я думала. Я, короче, выпила примерно половину. Вообще не могу это пить. Мне не нравится. Предложу Саше. Если ему понравится, попьет. Если нет, то выкину. Что-то прям какашка какая-то. Еще более-менее, когда встречаются вот эти кусочки, вон, они вкусные. Сама жидкость. Отстой. Сейчас приезжал курьер, привез наши пеленки. Повторюсь, уже как-то вам рассказывала. Берем вот эти продукты. Очень они нам нравятся. Хорошие пеленки.
от них нет жесткого запаха, как от многих других. Заказываю вот в магазине Бетховен. Ну что, вот и настало время для последней тренировки нашего челленджа. Завершающая последняя тренировка, и мой челлендж заканчивается. Не верится, конечно, быстро пролетело время, уже 100 раз вам это говорила. Посмотрела сейчас тренировку, она идет 49 минут. Первое видео направлено, написано «Подтяжка всего тела», «Подтянутое тело» называется. А второе видео называется «Подтянутые ноги». Разминка такая же, она всегда такая же во всех видео, растяжка иногда меняется. Сегодня растяжка короткая, которая на ноги, 5-минутная, не длинная, 15-минутная на все тело. Поэтому тренировка довольно большая. Тренировка сама идет минут 37, вроде бы, если я не путаю. 38, что-то такое. Остальное это разминка и растяжка. Здесь 10 минут, считайте, 11-12. Все. Сейчас я приступаю. Мне немного неохота, но зато впереди 2 дня выходных. Я не знаю, я еще не придумала, как я буду заниматься после этого челленджа. В любом случае, 2 дня я точно отдохну. Потом либо я также 5 дней в неделю продолжу, либо буду 3 раза в неделю заниматься, может 4, либо когда-то вообще чередовать. В общем, я еще подумаю, я не думала над этим вопросом, поэтому я не знаю, не спрашивайте. Как я вас и просила, возможно, вы мне можете порекомендовать кого-то еще интересного, кроме Хлои Тин, кого можно попробовать, тренировки. Не знаю, я вообще никого не знаю. Это я чисто случайно там на YouTube встретила девушку, которая проходила тоже челлендж Хлои Тинг. Она проходила его неправильно. Она проходила одно видео, делала просто каждый день. Ну, либо там через день что-то такое. А я нашла именно челленджи, прохожу прям полноценные челленджи. По 4 видео за раз делаю, как положено. Сегодня мне еще нужно сходить на зону. У меня там куча всего пришло. Мне нужно сходить, подшить штаны. Завтра мне нужно на Ламоду мерить плащи. Короче, дел полно. Еще нужно сделать фотографию, чтобы сделать обложку к этому видео. Для вас она уже сделана. Для меня еще нет. Я не знаю, сегодня осилю, либо завтра. Отложу этот вопрос на завтра. Еще у меня все время есть мечта съездить как-нибудь на завтрак в центр. Вот считайте, завтра выходной тренировок. Может вообще завтра махнуть куда-нибудь, а? Как вы думаете? Но я не знаю. Я пока думаю над этим вопросом. Мне еще надо сходить в магазин, закупиться продуктами, потому что завтра на обед все кончилось. На завтрак Саша попросил еще бутерброды, нужно тоже купить. И что-то думать на ужин, потому что, возможно, завтра еще останется ужин на одного, не знаю, человека. Там непонятно, надо смотреть. Все под вопросом. В магазин точно нужно отправляться. Ну вот я сейчас хочу дозаниматься. Как раз таки в планах пойти, наверное, сдать штаны на зоне в магазин. Все это нужно сделать, да, после обеда. Иначе я не успею. Я иногда так говорю, так скулы прорисовываются. Мне прям нравится такое. Можно так всегда. Просто когда-то они есть, когда-то их нет. Либо от ракурса зависит. Ну, сейчас смотрите, какая скула мощная. Как будто нарисовала. Ничего не рисовала. Красотень, не так ли? Это лицо мое похудело. И я теперь скульная женщина. Так, ладно, все, мои мысли отключаются по ходу перед тренировкой. Пойду, сделаю это, закончу наконец-то челлендж наш по подтянутому телу от Хлои Тинг. Ребята! Ура! You know me, I won't be surprised.
Ну вот и все. Я завершила последнюю тренировку. Нормально с ней справилась. Уже отлично они заходят, потому что я к ним привыкла. К их длительности, к их сложности. Не, ну конечно, где-то все равно моментами очень тяжело бывает. Где-то моментами очень легко бывает. Где-то просто нормально. Но, в общем, вся тренировка переносится неплохо. Все, я рада. Офигеть. Завтра, точнее, ближайшие 2 дня я точно буду отдыхать, а на следующей неделе уже посмотрим. Возможно, в воскресенье тоже сделаю выходным, то есть отдохну пятницу, субботу и воскресенье. А новые тренировки начну, наверное, с понедельника. Скорее всего, я так и сделаю. Дам себе более длительный перерыв, не 2 дня, а 3. Немного передохну. В воскресенье, кстати, будем делать с вами замеры и взвешиваться. Мне интересно, немного страшно. Всегда по себе кажется, что ничего не ушло. Ты на себя смотришь, выглядишь точно так же. Поэтому непонятно. Ой, как непонятно. Но я надеюсь на лучшее. Да, ребята, сейчас у нас 1:30. Пойду мыться, накладывать, греть обед. И потом по делам, которые я вам рассказывала. Первым делом точно пойду в ателье. Кстати, сегодня... в четверг они должны работать. Да, значит, пойду в ателье. А там уже посмотрим, когда в магазин, когда на Озон. Буду думать. Обед, как и вчера. 2 фрикадельки, гречка 150 грамм и соус. И также протеин не мешало. Овощи сегодня не стала делать, не захотела. Ребят, сходила, дала джинсы. Готова, сказали, будет в понедельник. На Озон я, наверное, сегодня не пойду. Так вот, начали там сверлить окно, и меня перебили. На Озон сегодня не пойду, потому что посмотрела, что у меня еще пару футболок сегодня должны прийти домашние. И что я лучше завтра приду и все померяю одновременно. Плюс, говорю, для часов там хрень пришла. Футляр с ремешком. Расческа еще должна сегодня, кстати, доехать для волос. И что, футболки. Вроде бы все. А сейчас вот иду с ателье. Иду в магазин, хочу сначала зайти в Ярче. Потом чего там не будет, зайду в магнит и куплю. И все. На сегодня планы такие. Первый раз обула кеды новые. Все-таки не понимаю, зря ли я взяла размер побольше, или надо было взять поменьше, как я хотела изначально. Непонятно. Что вроде бы одновременно хорошо, что нога точно пальцами не упирается, но одновременно, когда я прям вплотную вперед их делаю, ноги, то сзади на пятке остается место. Но когда я сделаю к пятке и зашнуровываю их, все норм. Но кажется, впереди как будто есть много места свободного. Из-за этого кажутся они какими-то огромными, чисто по ощущениям внутри ноги. Но у меня уже в любом случае выбора нет. Они заморались, их никак не сдать. Будем ходить, пробовать и надеяться, что в 38-м мне хорошо. Я еще хотела сказать, что у нас сегодня плюс 19. На улице такая жара, я вышла в кофте, потому что боялась, что вдруг ветер меня будет продувать. В итоге мне в ней капец как жарко. По сути, идеально было бы даже в футболке, либо в футболке сверху какую-нибудь тонкую рубашку надеть. Прям было бы отлично. Надо, кстати, посмотреть погоду на ближайшие дни, потому что я не смотрела, а мне очень интересно, будет так же тепло или нет. Так, я уже пришла в Ярче. Давайте сегодня совершим закупку. Я возьму такой сыр. Саша попросил приготовить. Пасту карбонару, вот на нее беру сыр. Тут, кстати, положила уже 2 луковицы, 2 морковки. Так, давайте дальше. Еще мне нужен сыр на бутерброды, для бургера, для моста. Какой нам взять? Возьмем для бургера. И плавленый сыр мне нужен на суп. На пасту нужны сливки. Я всегда беру 10%. Они лучше подходят для сливок, чем очень жирные. Так, еще хочу взять вот такие творожки. Один возьму с клубникой и один с черникой. Возьму 2 бекона. Один ему на бутерброды, второй на карбонару. Саша на бутерброды беру этот легкий майонез. Я хочу попробовать вот такой бекон из индейки. Первый раз такой вижу. Интересно. Попробуем.
Еще после ярче зашла в Магнит, взяла вот такой вот хлеб американский для сэндвичей и соленые огурцы. Обычно беру дядю Ваня по-французски, но их не было. Решила вот какие-то магнитовские попробовать. Ходили прогуляться, зашли в перекресток, и там мне надо было вот такой вот коктейль. Конечно, я таким не советую злоупотреблять. Тут вроде как витамины, L-карнитин, который способствует сжиганию жира. Хрен его знает. Но я решила один раз взять попробовать. Вот такой вот с грейпфрутом. Тут всего 7 калорий пишет на бутылку. Благодаря этому я решила его попробовать. Хотелось какой-нибудь газировки или чего-нибудь такого попить прикольного. Ну и я взяла вот этот напиток. Он, кстати, оказался не газированный. Я почему-то думала, что он будет газированный. Но в любом случае интересно. Там еще был такой с ананасом. Но ананас я что-то не очень хотела. Поэтому мой выбор и пал на грейпфрут. Также в перекрестке взяла грузди маринованные и селедку в винном соусе. И сварила себе картошки, положила сливочное масло, открыла огурцы соленые из Магнита. И вот такой просто балдежный ужин у меня получился. Селедку я обожаю, вареную картошку я тоже обожаю. И всякие соленья, просто one love. Поэтому я сидела, ела и кайфовала просто как не в себя. Это я пытаюсь не спать. У нас час ночи. Хочу поздравить маму с днем рождения в 7:30 утра. Но когда у него будет 7:30 утра, у нас будет 3:30 ночи. Осталось 2,5 часа. Не знаю, усну я или нет. Или дождусь. Но я что-то уже хочу спать. В любом случае я поставила будильник на 3:30 часа ночи. Даже если я усну, он меня разбудит. А пока вот валяюсь в зале. Смотрела сейчас реакцию на беременную в 16 от Юли Пушман с мужем. Я обожала их реакции. Вообще капец, особенно они немножко разведены. Но они уже сколько, год за полтора точно ничего не снимали. И тут вот выпустили первую реакцию за долгое время. Я ее посмотрела. Сейчас, возможно, включу какое-нибудь кино. Не знаю. Все спят, я очень тихо на телефоне смотрю. Так, ребята, я выбралась позавтракать в центр. Взяла хачапури по-аджарски. Села на летнике. Немножко, правда, шумно, что делают какой-то ремонт. Но мне нравится, что я здесь одна. Никто мне не мешает. Любуюсь на цветочки, на какое-то здание. И буду сейчас завтрака обедать, потому что время у нас уже 12:30. Так что у меня такой завтрак-обед. Новости со вчера. Я все-таки в 2 часа слегка приснула, будильник меня разбудил. Я как в тумане поздравила маму и отправилась спать счастливая. Встала в итоге в 10 с лишним утра. Чувствовала себя немножко погано, но логично, и это все из-за того, что поздно легла. А тут я уже в моменте, счастливая, лопаю хачапури. Прям, кстати, очень сильно наелась. Даже в конце немного еле доела остатки. Но чувствовала себя просто нереально круто. Необычные, конечно, ощущения. Одному утром махнуть в центр, чтобы покушать. Смотрите, гуляя, нашла таких тигрят. Играющие тигрята. Я уже поела. Зашла, купила себе обычной воды и иду немножко погулять. Я сейчас где-то в районе Чистых прудов, точно немного от них отдаляюсь. Иду, куда глаза глядят. Какой-то мужчина, памятник. Такие дела. Еще когда выходила из дома, намазалась СПФ, мне, походу, немножко слезой или как, я не знаю, в глаз, короче, попало. Сейчас начало щипать глаз. Надеюсь, пройдет. Так, брожу, у нас такая дикая жара, 20 градусов показывает, будет даже 21, я в боди и надела кофту. Ну зря я, конечно, не надела, чего, я пошла просто в футболке. Сейчас не хочу снимать кофту, потому что не люблю ходить с открытыми плечами. А майка такая, без рукавов. Ну ничего, хожу как есть, главное, что она у меня хотя бы расстегивающаяся и тут так подзадувает. Это уже очень круто.
Знаете, так необычно, когда приезжаешь в место, где еще не был, и так просто идешь, смотришь, куда глаза глядят, и кажется, как будто ты вообще приехала в другой город. Как будто, я не знаю, в какой-то отпуск приехала, а не просто пошла погулять. Приехала домой. По часам моя вся тренировка, вся ходьба заняла 2 часа. Зашла еще в перекресток, взяла вот такое молоко из фундука и пекана. Потому как, короче, очень захотелось холодной матчи, я ее обожаю на миндальном молоке. Захожу в перекресток, там было миндальное молоко и было вот такое фундук и пекан. Я думаю, ни разу не пробовала, возьмем. Сейчас зайду, переоденусь и будем с вами делать айс-матчо. Я беру пол чайной ложки матчо. У меня вот такая от Ленты. Единственная, которую, кстати, пробовала. Мне она довольно нравится. Добавляю в шейкер немного кипятка. И вот таким вот капучинатором забиваю хорошенько, чтобы весь порошок разошелся в воде. И не оставалось комочков обязательно. Далее беру лед. Перекладываю вот такой вот красивый стаканчик. Столько кубиков, сколько хочется. Наливаю молоко, чтобы не было жесткого перепада с кипятком. И далее уже выливаю матчу сверху. Посмотрите, какие красивые переходы. Молока оказалось мало, я еще немного долила. И посмотрите, какая красота у меня получилась. Но это молоко мне понравилось меньше. В основном я всегда беру байт миндальное, очень вкусное молоко. Вот такой плащ в итоге мне понравился на Ламоде. Я его выкупила, но пока не знаю, оставлять или нет. Ребят, посоветуйте, пожалуйста, в комментариях. Вот и наступил ужин. Доедаем гречку и доедаем курицу, запеченную вот под сыром. Последнюю порцию. Также взяла себе доктор Пеппер без сахара. Напоминаю, 3 калории в одной банке. Иногда, знаете ли, можно. Я хоть и стараюсь не пить ничего газированного, в принципе, по жизни. Потому что, как мы знаем, газированное уходит нам в целлюлит. Но иногда, если я хочу, я беру. Главное, брать хотя бы без сахара. Я сегодня проснулась в 5:30, не знаю почему, больше не смогла уснуть, поэтому сейчас 6:20 утра, а я уже приступаю к завтраку. Пойдемте посмотрим, что у меня сегодня. Я сделала себе 2 бутерброда, первый с икрой и сливочным маслом, икра последняя, все доедаем сегодня, и второй вот такой вот с яйцом. Здесь у меня яйцо, сыр, огурец, соленый бекон, индейки, которые мы с вами купили, немного майонеза, баварской горчицы и тост. Вот такой вот у меня завтрак. Тут смотрю фильм «Больше, чем друг». Неплохая легкая комедия. 8 утра, я уже могу позволить себе кофе, потому что прошло почти 2 часа после моего завтрака. Я решила посмотреть фильм «Я плюю на ваши могилы». Сейчас слегка начала клонить сон, но я уже не вижу смысла ложиться спать. 8:15 на часах. У меня, видимо, компенсация какая-то за вчерашний день. Потому что вчера я проснулась в 10, а сегодня в 5:30. Помонтировала немного этот влог. Смонтировала 2 дня. И немножко поднадоела. Дальше пока не монтирую. Вот включила кино, как я уже сказала. Пью кофе. Немного отдыхаю. Есть на сегодня дела, но так как еще рано, пока не приступаю к их исполнению. Ребят, у нас просто гром гремит, проливной дождь такой. Офигеть. Круто, когда ты в такую погоду дома. Вот если бы я была на улице, я еще планировала сейчас пойти на Озон. И начинает литься просто такой дождь. О, кто-то вышел с коляской гулять. Жалко, или жалко, конечно. Подходящая погода для гуляний. Ну, буду ждать, пока закончится дождь. И тогда уже пойду на Озон. Так как я встала сегодня очень рано, хочу сделать перекус вот таким вот йогуртом с черникой. Здесь вот отдельно. Черника сладкая и творог, зерно. Люблю, кстати, такой творог, зерненый именно. Вот я переложила в тарелку. Такая красота у меня вышла. Я прям обожаю. Смотрите, какие красивые шарики творога.
красота. Надо почаще брать такой творожок, потому что раньше я вообще его обожала. А потом почему-то про него забыла. Тут вот ярче увидела и решила взять. Вернулась я с сезона. Забрала вот такую футболку для дома. Всегда беру твое. Мужские футболки, XL-ки, чтобы они были здоровые. Оно у меня такое длинное, в принципе, вот до сюда, наверное, тоже, что можно носить как платье. Но еще, возможно, подсядет. Посмотрим. В общем, мне понравилось, как смотрятся вот эти рисунки. Необычно прикольно. 750 рублей она на Озоне стоила. Потом забрала скраб для кожи головы, взяла вот такой. От Облепихи Сиберика. В принципе, мне нравится эта фирма. Скраб вообще был недорогой, рублей 200. И для часов я заказала в розовом золоте вот такую цепь. Там пишут, что на женскую руку довольно тяжело регулировать. Попробуем, как у нас получится, не знаю. И взяла кейс, но я не обратила внимания, что он без защитного стекла. По цвету-то вроде подходит, тоже написано розовое золото. Что там, что здесь. Но он, конечно, более золотой. Надо будет смотреть. Если что, у меня есть неделя на возврат, но если все-таки мне это подойдет, то нужно будет наклейку стекло еще заказать. Наклеить тогда стекло на часы, а потом надеть этот кейс. Будем думать. Ну и вот я надела уже, чтобы посмотреть. Просто временно. Пока без планки, конечно же, ходить не буду. А то экран поцарапается. Но выглядит, в принципе, неплохо. Цепь мне очень нравится, а вот кейс довольно странный. Но я пересмотрела кучу, и ничего лучше не найти. На обед я сегодня сварила куриный суп сырный, вот с такими фрикадельками. Очень вкусно. А на ужин я приготовила карбонару со своей цельнозерновой лапшой. Ну что, ребята, на этом мы с вами завершаем это видео. И сейчас подведем все итоги и этого видео, и всего челленджа Хлои Тин. За эту неделю у меня ушло 800 грамм. Мне кажется, это все равно часть ушло за эту, часть за прошлую. Потому что в прошлое, как я вам говорила, я взвешивалась отекшая. И даже спустя 2 дня, тогда, помню, взвесилась, у меня уже вес был гораздо меньше. Грамм 400 как раз-таки, наверное, 8500, что-то такое было. В общем, мне кажется, это совокупности 2 недель результат. Но вносим его в эту неделю, ушло 800 грамм. За весь челлендж Хлои Тинг у меня ушел 1 700 грамм. Это очень отпадный результат. Примерно так я и худею, как я вам говорила, около 2 килограмм в месяц. Я больше и не хочу, мне больше и не надо. Я очень рада, очень счастлива. Сейчас я взвесилась. И как вы уже увидели, мой вес 64 килограмма 800 грамм. Давайте сейчас сделаем еще и замеры. Я единственное, что не помню прошлые результаты по замерам, я вам обязательно их буду оставлять в подписи. Так, грудь у нас также 90, как и была. Давайте теперь талию измерим. Примерно, наверное, 76. Теперь низ живота, самое объемное место. 94. Бедра. Я помню, что бедра вроде были 105. 102 сантиметра. Офигеть. Как я рада. Так что спустить ляжку мы еще не мерили. Самое широкое место измеряем. Ну, 59. Кого мы еще с вами мерили? Я не помню, по правой, да, стороне вроде бы мерим. 38. Возвращаю вас на место. Еще у нас была рука. Ну, 27,5. Вроде бы все. Мне кажется, больше мы с вами никаких замеров не делали. По сантиметрам я точно говорю, все не помню, но в любом случае бедра вон ушли. Я точно помню, что было 105. Сейчас у нас сколько там, 102 или 103 стало. Отлично.
Вверх не ушел, тоже отлично. Нужно, наверное, подвести какие-то итоги по тренировкам Хлои Тинг. Как я вам уже 100 раз говорила, они мне очень понравились. Если вы мне сильно никого не посоветуете, то я, наверное, по ней, возможно, и продолжу заниматься. Может, с кем-то буду другим чередовать, чтобы в поисках еще какого-то более идеального тренера для себя. Но пока что мне реально все очень понравилось. Упражнения понятные. Где-то сложные, да, где-то легкие. Но без этого просто никуда. Я тупо не люблю выпады. Упражнений для ног их очень много. Ну, потому что упражнения для ног. Куда без этого? А так, да, я все понимаю, все прекрасно делаю. Мне кажется, все правильно. Я особенно, когда занимаюсь в планшете, телек у меня выключен. И я в отражении себя вижу, контролирую технику. Чтобы спина была ровная, чтобы руки правильно заводились, ноги там правильно заводились. В общем, за всем слежу. И мне это нравится. Потому что, да, прикольно заниматься с зеркалом, когда вы реально можете видеть себя и контролировать технику. Ну, у меня телевизор, благо тоже в нем все отражается. Все понятно, все ясно. Кстати, вот эту футболку, которую я вчера забрала с Озон. Я вам ее не померила, вот сегодня надела. Как вы увидели, она реально длинная. Я, наверное, еще планирую просто носить одну. Вот такая прикольная, напоминает а-ля что-то такое, знаете, байкерское. Потому что я хотела красить какую-нибудь темную футболку, у меня светлые. И когда закидываешь стирку светлого, приходится носить те, которые не нравятся. А вот я буду носить вот эту, которая теперь мне нравится. Как-то резко переключилась на футболку, просто обратила на принт на плече и решила вам рассказать, пока не забыла. Ну а так, да, про вес я вам все рассказала. Сегодня у меня наконец-то висцеральный жир упал еще на один показатель. Я очень этому рада. Состояние тела стало лучше. В мышцы с жиром я еще не заходила. Я только проснулась, почистила зубы. И вот собралась, чтобы с вами сделать все замеры, взвешивания, пока я тоже не пила, не ела. Все на голодный желудок всегда, конечно же, делаю. Не буду сильно затягивать этот заключительный момент. Все наши замеры я вам рассказала. Сегодня у меня воскресенье, по сути, 8-й день. Сегодня я сделаю тоже отдых от тренировки. 3-й день будет у меня отдыха. И с понедельника начну я уже заново опять тренироваться. Просто после таких активных тренировок захотелось мне сделать не 2 дня, а 3 дня отдыха. Немножко я устала от них. Конечно, 5 раз в неделю это тяжеловато. Повторюсь, у меня вышло 20 тренировок за 28 дней. Это просто взрыв башки. Офигеть, как круто и классно. На этом я с вами буду прощаться. Желаю вам обязательно удачи, достигать своих результатов, всего, чего бы вам хотелось, конечно же, хотите похудеть, похудеть, постройнеть, потолстеть, или там накачаться. В общем, все, что вы пожелаете, чтобы у вас сбывалось. Но главное помнить, что само по себе оно не сбывается. Нужно обязательно к этому идти, что-то для этого делать. Поэтому я для вас и снимаю такие видео, чтобы вас мотивировать и помогать вам поднять попку с дивана и начать что-то делать. Поэтому давайте, ребятки, вы сейчас досмотрели мое видео, вставайте и идите заниматься, тренироваться. Всем большое спасибо, что вы посмотрели это видео. Спасибо большое, что вы со мной, что вы прирастаете, что становится больше. Мне очень приятно, меня тоже это мотивирует снимать для вас дальше видео. Конечно же, никого не будет мотивировать отсутствие зрителей, отсутствие комментариев. Но если вы со мной его не поддерживаете, то я очень рада, счастлива и хочу для вас делать дальше контент. Всем большое спасибо, всех люблю, ценю и уважаю. Всем пока. I'm dreaming in dreams, bigger than me. Take